Вот проростки подсолнечника. Это уже день пятый где-то. Прекрасно растут без земли. Без земли. Вот это уже кушать. Нету никакой земли там, чтобы не мучиться с этой землей. Прекрасно растут и так. Просто надо замочить их изначально в перекиси водорода. Минут на 15, разбавленный 1 к 10. И потом просто промывать как бы сверху все это. И сверху у меня, точнее не сверху, а просто положено в пакет. Но пакет не закрывать. Край пакета должен быть открытым. Иначе они все заплесневают. Еще такой момент. Когда срезаем, надо не резать вот так вот, а вытаскивать. Вот так берем штучку. Вот так вот ее берем. И аккуратненько подергивая, вот так вот вытаскиваем. Обязательно с корешком. Вот. И только тогда уже корешочек отрываем. Вот так вот берем, отрываем, выкидываем. И вот этот вот уже едим. Вот так вот. Потому что если вы оставите там этот корешочек отломанный, то он начнет гнить. И вместе с ним все вокруг тоже начнет гнить. Поэтому ни в коем случае не отрывать, а именно выдергивать. Выдергивать. Вот так вот. Берем аккуратненько подальше. Вот так вот тихонько его тянем. Вот он, видите, что сделал? Оторвался. Теперь мы берем и ищем этот кончик. Иначе мы все сгноим. Вот так вот. Фиг теперь его найдешь. Угу. Ну, в общем, вы поняли. Так делать нельзя. Надо обязательно выдергивать. Я сейчас его найду потом. Ну, все, на этом. В общем, вот так вот берем. И вытаскиваем. Вот так вот. Просто отрываем. Эту кладем сюда. Эту выкидываем. Вот так вот. Все.